Привет, это Супраленд, мы находимся в Клетауне на третьем ярусе, здесь одни богачи, здесь бароны и чемпионы. Короче, вот там барон стоит, но, я сюда немножечко поторопился, потому что в комментариях меня поругали, говорят, ну как так, ну ты забыл про волшебника, который показывает фокусы детям, поэтому я сейчас возвращаюсь к нему, надо ему подсобить, надо ему помочь вот этому волшебнику. Так, смотри, у меня есть несколько вариантов. Я готов. Можно сделать что? Включить пряжку, закинуть куб и подпрыгнуть. Все, я летаю. А сейчас я заставлю моего ассистента левитировать. Вау, ничего себе, этот магия. Круто. Как так-то? Фокус-покус удался. Все, мы отсюда смываем. Волшебник, ты мне должен еще больше денег. Я бегу в шортиках и с голым торсом. Здрасте. Оборот моего бизнеса 3000 монет в секунду. Как тебе такое? А какой у тебя оборот? А я знаком с Илоном Маском. Понял. У меня нет оборота, но я знаком с Илоном Маском. Здорово, ты тоже иммигрант, да? Как это знакомо? Чем я могу вам... О, водопроводчик, это ты? Помоги, барон не отпустит нас, пока мы не закончим работу. Да я понимаю, я как раз таки пришел, чтобы вам помочь. Если ничего не спр... Монеточка. Сквозь кусты не пролететь, я думал. А ты что? Это обычный белый, это не иммигрант. Подрезая кусты. Клац. Понятно. То есть, смотри, у нас здесь иммигранты синие и красные, а белые, которые из Клетауна, они тоже тут работают. То есть, ущемления прав мигрантов здесь нету. Мигрантов. А это что такое? Что это у нас? Охранник? Проход без разрешения барон запрещен. Там есть и выход. Смотри, значок. Выход. Типа, давай сюда. Можем подхилиться. Угу. Сейчас еще поболтаю со всеми здесь и пойдем к барону. Никого не заботит, чем я занимаюсь. Может, если я спрячусь за этим кустом, никто и не заметит меня. Ладно, хватит болтать. Королька... Минуточку. Барон здесь стоит. Король-королева, король синих и пират синих. Ты должен вывести нас отсюда, водопроводчик. Сейчас же. Так. А где мои денежки? Чё сказал? Вы остановили денежный поток, поэтому теперь я не получаю деньги за свою работу. У нас здесь не социализм вообще-то. Бабки гоните. Вы меня без работы оставили. Это возмутимо. Ты не можешь нас здесь держать. Его бесит, что мы остановили его поток денег. А если мы... Давай, пират, ради. Перевернем его. Чего перевернем? Поток денег? Да. Эй, товарищ барон. Они хотят лишить остаток его денег. Мы вернем ваши деньги, но сначала разрешите водопроводчику починить ваш туалет. О, это я могу завсегда. Последнее время с ним действительно что-то не так. Может, это и к лучшему, что ты здесь, водопроводчик. Так что ступай. Пойдем, водопроводчик. Сейчас мы ему починим туалет. Ты уверен, что ты хочешь, чтобы я починил твой толкан, а? Че тебе надо? Давай вали отсюда. Ладно, я пошел чинить. Я всего лишь водопроводчик. Посмотрим баронские хоромы. А, тут уборщики есть. Здорово, пират. Наверняка как-то можно направить поток денег в другую сторону. Придумай, как забрать все деньги у барона. Ок, я этим займусь. Ведерко. Куча склянок, куча книжек. Барон читать умеет. Это, конечно, шикарно. Давай наверх поднимемся. Хочу посмотреть наверху там у него. Что он там хранит? Опачки. Вот этот механизм, возможно, нам пригодится, понадобится как-то, но не точно. Стой, минутку. Я же теперь могу прыгать от ленты. Опа. Ключ есть. Сейчас будем искать, от чего этот ключик. Здесь есть секретка, 100%. Вот тут, наверное. Надо подвинуть. Нет, здесь не отодвинуть. Кровать. Нет, не отодвинуть. Привет, ребят, что расскажете? Однажды я посмотрел через дыру и увидел... Ноздрю. Высоко в небе. Это ты увидел ноздрю бога, мальчишки этой песочницы. Барону лучше сюда не возвращаться. Ну, вообще-то это его дом, вы у него дом находитесь. Где же, куда же надо вставить ключ? Больше домов здесь нету. Подожди, ты видел крышу какая высокая у него? То есть еще выше можно подняться. Давай попробуем это реализовать. Вот таким вот макаром. Опаньки. Сейчас я посмотрю. Ха! Ха-ха! Вот он замок где. Все ясно.
И труба с деньгами ведет именно на чердак. Сейчас разберемся. Ну все, погнали. Погнали. Опаньки. Открываем, смотрим. Что-то случилось? Сейчас. Сколько у него бабла-то здесь, а какие здоровые монеты. Кажется, они высасываются. Ну чё, достаточно денег собрали для оплаты? Погодите-ка. Нет, мое бабло, что вы наделали? Получил достижение денежный поток. Шикарно. Бабки идут в дома обычных жителей, возвращаются в их сундуки. Они покупают себе одежку. Нет! А барон становится бомжом. Такой вид экономии мне нравится больше. Ладно, вы победили. Вы хотели уйти? Тогда пообещайте мне, что больше не вернетесь сюда. Это мой мир, это мой город. Идите сюда, я вас выпущу. Ну пойдем, пойдем, надеюсь, ты сдержишь свое слово. Чего? Иди первым, водопроводчик, там может быть ловушка. Окей, что ты меня пропускаешь? А? Барон не может заплатить за работу? Окей, тогда проходи. Все решается деньгами. И что, здесь реально какая-то ловушка, слушай. Почему вот эта штука? А, открылась. Красные чудики? Мы вышли на поверхность? Серьезно? Или это какой-то другой город, слушай? Мы все равно под землей где-то. Минуточку, минуточку. Сейчас мы узнаем, что здесь происходит. Синий водопроводчик! Выжившие из Краснотауна, все это время они были здесь. Да, мы были внизу. Вы, грязные плебеи, можете вернуться в Клейтаун, если докажете, что достойны. В смысле, мы не хотим туда возвращаться? Я отключил этот лифт много лет назад, так что даже не пытайтесь им воспользоваться. А что это за чижик такой стоит? Это барон, что ли? Вы можете присоединиться к остальным иммигрантам и отремонтировать мой новый замок. А, это замок его. Он замок отстроил на высосанные денежки. Твой? Но это мой замок. Водопроводчик, что нам делать? Заткнись. Погодите, что это за звуки такие? Что там происходит? О, здорово, бугай. Божечки. Так вот, кто издавал эти странные звуки. Он медитирует и поднимает лифт. О, красавчик. Он нам помогает. Он был в заточении. Монстр стал нашим спасителем. Будь ты проклят, монстр. Во всем виноват именно ты. А, нет, это он мне говорит. Если мой монстр не смог убить тебя, то это сделаю я. Ну давай, попробуй, попробуй. Да умри же ты. На тебе кирку. Я, по-моему, его парик тырил. Он на мне сейчас. Что ж, вот и все. Все идите сюда. Мы отправим лифт вниз, чтобы забрать всех оставшихся, а потом наверх. Ну, давайте. Я сейчас тут еще покажу. О, тут камеры были, здорово. Ты что снимал, какой крутой? Все, что я умею, это снимать фильмы. Так, куда я дел пленку? Понятно, Маша растерешься. Так, откапываем здесь. Здесь что-нибудь должно быть. Что-то здесь должно быть. Ага, здорово, красный парниша. Наверное, в этот раз меня было слишком сложно найти. Да нет, ты вообще изи спрятался. Тут что-нибудь у нас есть? Нет, ничего нет. Это не металл. Блин, я хочу к тому бугаю подняться. Бугайчик, бугайчик, я хочу к тебе попасть. Хочу прям попасть. Оп. Блин, до него не долететь так просто-то. Дерево есть? Нет, дерева здесь нету. Да. А если я... Подожди, а если я вот так вот сделаю? Ему пофиг. А если я вот так сделаю? Ему пофиг. Я вспомнил, что у меня есть телепорт-пушка, которая мне позволит до него долететь. О! Он начал медитировать. Опа. Ага, понятно. Как только я пуляю туда снаряд, он сразу исчезает. То есть туда попасть вообще никак. Ну чё, ребятки, ладненько, я пошел. А ты чё за трухан? Чё это? Ты качок? Ух ты, теперь тоже сильный. Ну да, я тоже теперь сильный.
Ладно, поехали, чё, брат с кролики. Мы поднимаемся наверх. Мы же вроде как вниз хотели вначале съездить, забрать остальных. Странно как-то это все. Мы всех кинули, что ли? Наконец-то мы покинули это жуткое место. Погоди, у них все это время был лифт? А я считаю, что подземное королевство в итоге было довольно милым. Выходим. Блин, это если лифт у них был, они, получается, могли на поверхность подниматься, к нам в гости забегать, но мы их никогда не видели. Что страшно? Хотя нет, мы их видели. В каких-то частях мы их видели, точно. Омываемся. Минутку. Тут точно ничего нет? Вроде да. Вроде точно. Вдохни этот воздух. Радуга, красота-то какая. Че, все? Получено достижение победа? Вот это финал, вот это я зафиналился. Это было прикольно, но мы еще не всю игру прошли. Мы, наверное, прошли только 70%, еще 30% осталось. Нам сейчас все тайники покажут, наверное. Да, вот сюда нам нужно вернуться обязательно. Здесь мы вроде бы все загадки разгадали. Вонючка Джимми бегает. Здесь вообще загадок не было, вроде бы как. Хотя что-то нам на кольцо показывают. Слушай-ка, может, что-то с кольцом надо сделать? С этими ребятами мы разбирались. Это моя статуя, роскошная, прикольная. Бамштаун мы починили, мы дали им новое жилье. Здесь мы тоже были, у красного ключа. О-о-о, ты видел сундук? Показали пару сундуков, которые я открыл и которые я не открыл. Один сундук. Здесь я был. Здесь мы тоже были. Да везде мы были, в принципе. О, вот эту дверь надо открыть. Точно, надо вернуться вниз. Здесь еще тайник. Ага, только я не понял, где это место находится. Бургерная. Пиратский корабль тоже открыли. Но я почти все сундуки... Опа! А это что за место? Где это находится, такой золотой сундук? А где вот это место? Блин, тут еще куча всего интересного. А, но это уже на поверхности показывается нам. Вот это, вот эту дверь мы откроем. Я знаю, где находится. Золотой кубок. Ух, сколько всего классного еще тут и есть. О, вот он, вот как я выгляжу-то. Акт 2. Тебе нужно найти трофей и просто наслаждаться игрой, короче. А, и просто тратить деньги. Ну ладно, ну ладно. А вот эта труба, интересно, куда ведет? Давай поболтаем. Давай поболтаем. Водопроводчик? В роли главного героя видеоигры? Это нелепо. Не знаю, мы и за принципы играли. В комментариях, кстати, писали, что типа... Тут было пересечение двух дополнений, двух игр. То есть, когда я спасал принца, когда я играл принцем, я спасал синего, а теперь синий спасает принца. То есть, вот это пересечение, оно тут было, и всем это понравилось. Отключите, пожалуйста, музло, а то авторские права прилетят. Должен признать, здесь довольно мило. Я скучаю по Краснотауну. Что думаешь об этом новом местечке? Ну, в принципе, мило, вы на поверхности, это радостно. Единственное, что ваш дом жалко разнесли. Свобода. Оранжбург? Я из Оранжбурга, слышал о таком? Эх, вряд ли, мало кто играл в DLC. Ну, вообще-то я играл. И все мои подписчики знают об этом месте. Так устал, так много работы нужно строить.
Тут мы были. Смотри, здесь и красный, и фиолетовый, и белый. Мы тебя обожаем. О май гад. Это же тот герой подземного мира. Я твой самый преданный фанат. Нафиг красного принца. Где можно купить такую же шляпу? Где? Да, вот у меня вот такая же шляпа. Может быть, даже покруче. А ты что тут долбишься, качок? Впусти меня, впусти! Мой муженек запер дверь изнутри и заснул. Ты уверен, что муженек? Может, там жена твоя? Постучать не получается. А, стучать я могу только этим, мечом. А меча у меня нету. Ну чё, как дела? Чё расскажешь? Папа следит за строительством нашего нового замка. Я больше не хочу делить дом с Паулем и Рони. А кто такой Пауль и Рони? Не волнуйся, дорогой, это ненадолго. То есть, вот это вот Паули, тебя Паули зовут? Или Рони? Хорошо, хорошо. Пойдем дальше, посмотрим, что у нас. Вот эту вот штуку можно поджечь. Прям, о чем мы будем церемониться? Но это просто костер, бро. Наше паломничество к вечному пламени завершено. Вот оно, светит на нас с неба. А, ты про солнце. А если я вот так вот сделаю? Что скажете? Ничего, им пофиг вообще. Оу, тут это, поклоняются солнце. Здесь намного лучше, чем в наших старых трещобах. Восславь вечное пламя. Парни, вы нормально все с вами? Почему взрослым постоянно нужен огонь или еще что-нибудь, чтобы жрать, готовить? Вот почему. Здесь лучше, чем в нашем старом вонючем городе. Его надо было назвать Вонюченбург. Ок. С ним... Блин, нифига себе, ты посмотри, кто это? А ссылочка к прошлым сериям. Почему мы тебя раньше не видели, а? Почему они поклоняются этому дурацкому огню? Ну, потому что он позволяет готовить, наверное, поэтому. Этот огонь в небе неплох, но я скучаю по вечному свечению. То есть солнце — это не вечное свечение, да? Ты очень плохо знаешь вселенную, структуру вселенной. Так, вот это что такое? Статистика. Показывает вам всякую интересную статистику в меню. Итак, давай. Способности. Создано кубов, сделано прыжков, согнуто коленей, нанесено ударов. Вот такая вот статистика. А вот это что такое? Счетчик сундуков. О, пригодится, да. Добавляет в меню счетчик сундуков секретов и собираемых предметов, а также показывает количество оставшихся сундуков. 56 сундуков я еще не нашел. Обалдеть. Подходите, и изысканные улучшения для самых увлеченных перфекционистов. Хорошо. Я все улучшения у тебя забрал. Поторопитесь, новый замок нужно достроить как можно скорее. Я не могу больше жить с Паво и Фенни. Паво и Фенни, это он про красных говорит, я понял. Давай, чувачок. Нужно достроить новый замок для короля, а то он рассердится. Давай, пошли. А вы тут что делаете? Королева Фенни видела, как его ракета снова летела куда-то, но, возможно, это был фальстарт еще один. Надеюсь, в итоге Красный Принц смог долететь до дома. Красный Принц, я его знаю. И здесь ворота, труба закрыта. По ней никуда. Хотя, слушай, тут пряжка нам может помочь. Это же магнит. Опа. Мы видим город свысока. Но я хочу вернуться, потому что я еще вот эту вот часть не видел. В этой части города не был. Понятно? Нет, давай вернемся обратно. Там, видимо, по сюжету у нас идет. Ну, сюжет-то мы прошли. Побочный сюжет второго акта. Я хочу вот сюда заскочить, посмотреть, что тут у нас такое. Здесь явно что-то может быть интересное. Пум-пум-пум-пум. Пока что. Что-то чуйка меня склоняет к тому, что сейчас вылезет куча скелетов. Обычно, когда такая тишина и пустошь, это говорит о битве. О серьезной конкретной битве. Пещера какая здоровая. Вах-вах-вах-вах-вах. Вах-вах-вах. Ох-ох-ох. Ничего себе. Тут что-то явно есть интересное. Давай-ка я сейчас залезу наверх. Телепорт кубик нам помогут. Опа. Есть. Вот, отлично. Еще выше интересно получится. А, знаешь, что нам тут поможет?
Я знаю, что нам поможет. Опа. Мы этой штукой уже пользовались. Да блин, пряжка, отключись. Есть, 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 здесь залезли. Я здесь, я здесь, я здесь. Я все собрал. Так, минутку. Уверен, что тут вот где-то что-то может быть. Да? Нет? Нет. Кажется, я... О, нет, что-то есть. Что-то есть. О, сколько золота! Ты посмотри. Secretion location. Да, но для чего мне монеты, если я уже все апгрейды купил? Значит, все, спрыгиваем. Я вот здесь вот, конечно же, оставлю телепорт снаряд. Возможно, он мне пригодится, чтобы обратно запрыгнуть. Несмотря на то, что... О, тут еще есть проход. Минуточку, минуточку. Ну, понятно, это одно и то же место. Смотри-ка. То есть я теперь сюда без проблем могу подняться. Если раньше я не мог это сделать. Странно. Хотя нет, мог. Хм. Хо-хо-хо. Ладно, допустим. О, смотри, вон та дверца открылась. Надо туда как-то запрыгнуть. Надо туда попасть. Здесь убрали стекла. А они здесь были же вроде. Так, минутку. Минутку. Я хочу посмотреть, куда это место приведет. И где это я очутился? На балкончике каком-то? Балкончик, балкончик. Ага. Ага, ага, ага. Ага, ага, ага. Короче, я сдох. Я сдох, чтоб меня. Там была монета здоровенная. Сколько раз я тут прыгал. Все, не видел эту монету. Смотри, она где-то здесь. Вон, ты видал? Ты видал? Мне надо вон туда как-то залезть. Я хочу туда попасть. Давай. Опаньки. Ну давай. Есть, я забрался, я забрался, я забрался сюда. Забрался, забрался и забрал кучу монет. Оу, е. Все, выходим отсюда. Короче, пока я тут бегал, пока я тут шастал, смотри, что нажил. Нашел еще один сундук. Теперь прыгай сюда, смотри. А, ну я здесь прошел к этим дверям. В обход. Блин, прикольно, что кубик ему пофиг. О, фух. Фух-фух-фух. Ему пофиг на лаву. Все, мы здесь, возле этих дверей. Сейчас мы их активируем и посмотрим, что нам здесь откроется. Так, ну вначале сюда, да? Активировалось. Но недолго. Очень недолго. Да, это будет сложно открыть эти двери. Ух ты, смотри-ка. Я до тебя долечу. Блин, зацепился и все равно упал. Опа-на, вот я и здесь. А вот он, сундучок. Открываем. Что у нас здесь? Куча монет, куча бабла. Эх. В общем, для решения той головоломки мне нужен шарик. Вот такой вот шарик, который я перекрашу, но чуть позже. Поскольку я сюда пришел, ты знаешь, что я сейчас сделаю. Значит, оставляем снарядик. Пойдем активируем ту кнопочку и наконец-то заберем этот долбанный сундучок, который мы так долго не могли забрать. Активируем, телепортируемся, берем. Что это, что это, что это? Куча монет, ну ё-моё. Ну так неинтересно, дали бы хотя бы там здоровье плюс один или что-нибудь такое. Значит, кладем шарик сюда. Надеюсь, нам это поможет. Если я профукаю этот шарик, то будет вообще обидно. Так, шарик туда. Кубик, да, покрасилось. Красим шарик наш. А чё, в смысле шарик не красится? А, электричество надо заново подключить, да, наверное? Или вот этот? Во-во-во. Минуточку, минуточку, минуточку. Минуточку, блин. Секундочку, сейчас. Надо сделать вот так вот. Ну-ка. Ага, покрасила. А если я сам? Я покрасился? Нет, оно меня не красит, прикинь. Блин, обидно как. Ладно, допустим, будет мой шарик. Ух, я, кажется, дотащил. Кажется, дотащил. Но это будет сейчас чертовски сложно. Все это дело реализовать. Главное не упасть нафиг. Опа. Так, значит.
Кажется, я 3 сразу активировал, нет? Так, ладненько. Есть! 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 Я активировал эту дверку. Я сердце нашел, и оно бьется. Оно бьется. Что это? Что это? Прыг-панелька есть? Офигеть! Сердце! Сюда можно, да, встать? Его разбить? Ух ты ж! Ух ты ж! Ничего себе! Оу-оу-оу-оу! Кто тут к нам пришел-то, а? Нифига ж себе! Нифига ж себе, что тут происходит? А надо быть очень аккуратным. Бабах-бах-бах! Нате вам! Супер мою пряжечку! О, и сфера сюда тоже закатилась. Это хорошо. Так, то есть сердце мы реально можем разбить, но надо победить вот этих вот бугаев. Всех. Давайте, давайте, ребят. Я вас сейчас своей пушкой подожгу. Нате. Вот так вот. Вот, горите. Как солнышки. Все, мне теперь надо наверх. Мне теперь надо как-то наверх попасть. А как мне туда попасть? Мне туда не запрыгнуть. Ну что, я здесь всех победил. Чтобы активировать эту тут прыг-панель, нужно попасть вон туда. Там здоровенный пень нас ждет. И для этого мы воспользуемся нашей инерцией. По стариночке. Погнали. Давай. Чуть-чуть, еще чуть-чуть. Есть, залетела. Она здесь. Ну а дальше тут все будет попроще всяко. Оп, и все. Мы здесь, ребятки, привет. Ой. А, к вам можно притянуться было, да? Минуточку. Постойте, все вот так. Готово. И ты остался, да, последний? Сердцем разобрались. Это хорошо. Ух ты, трофей. Еще кости нашел. А здесь что? Регенерация плюс 1. Куча монеток. Ну, кстати, прыг-панель я активировал вроде бы. Разве нет? Вот. Теперь она активирована. И я могу куда-то прыгнуть очень высоко и далеко. В принципе, и сюда же. Ну что ж, я думаю, на сегодня мы главную секретную комнату открыли. Мы выяснили, что здесь. Здесь были кости, которые нам нужны для того, чтобы увеличить дальность полета нашего снаряда телепорт-пушки. На сегодня это все. Если ты хотел бы увидеть дальнейшие секретные прохождения, ну и прохождения на поверхности, которые мы еще не закончили, то ставь лайк под этим видео и подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих серий по этой игре, на которых мы и увидимся. Так что до встречи. Увидимся в следующих роликах.